продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Одиннадцатого декабря Министерство экономического развития России одобрило проект стратегии социально-экономического развития Тувы до 2030 года, разработкой и продвижением которого республика занималась почти два года. Как отметил глава Тувы Шолбан Карол, виза Минэкономразвития означает, что республиканские планы, войдя в документ, определяющий стратегию развития страны, будут реализованы на условиях совместного финансирования. По инициативе главы Тувы в прошлом году был проведен гражданский форум «Тува-2030», где от жителей было собрано около 2000 различных предложений по развитию республики. Среди них железная дорога с продолжением Монголию, реконструкция КПП Хантагайты и создание через него транспортного коридора Россия-Монголия-Китай, а также открытие аэропорта Кызыл для международных полетов. Разъясняя, почему планы республики будут реализованы на условиях совместного финансирования, глава Тувы подчеркнул, что предложенные проекты очень дорогостоящие. Минстрой Тувы подвел итоги хода реализации программы обеспечения жильем молодых семей. Так, за 2011-2017 годы улучшены жилищные условия 726 молодых семей. Если в 2011 году участие принимали 3-4 муниципальных образования, то в 2017 году после совместной работы участие приняли все 17 районов и 2 городских округа, а на 2018 год 6 районов и 2 городских округа. Всего по республике в сводном списке молодых семей участников под программы состоят 1149 семей, из них отобрано 418 семей в качестве претендентов на получение социальных выплат. Общий объем финансирования под программу в 2019 году составит чуть более 246 миллионов рублей. Правительство России приняло решение о выделении 732 миллионов рублей, которые будут инвестированы в 2019 году в развитие ОАО «Тувэнерго». Как сообщил глава Тувы Шолбан Карол, за счет полученных средств планируется провести масштабную модернизацию электросетевого комплекса поселка городского типа Кахе. До сегодняшнего дня уверенности не было в положительном исходе, честно признался Шолбан Карол, комментируя правительственное решение. Энергопроект, объем финансирования которого составит 732 миллиона рублей, предполагает, что эти средства будут направлены на строительство нескольких километров линии электропередач под станции с двумя трансформаторами и реконструкцию ЛЭП-35. Кызылская КАХЕМ. В результате предполагается увеличить пропускные способности линии электропередачи под будущий спортивно-культурный центр, жилые новостройки, новые соцобъекты. Кроме того, новая подстанция разгрузит сети, снабжающие местную птицефабрику. И о курсах валют. Доллар стоит 66 рублей 22 копейки, евро 75 рублей 97 копеек. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Открытие первого дисконт-центра «Фэмили» в Кызыле. 15 декабря ждем вас за модными покупками. Первым 15 покупателям по ящику мандаринов. «Фэмили», универмаг «Саяны». Пятигорск Хорайдан Ангелина фабрика Зананегни Улук Шубалар Телгагазе Мун Рубль Данэрю Узюктеп Тулейр. Рассрочка 5 мунажек шубалар. Чуга декабр омбирден он алдыга чедер цум цоколь дукат. ТНТ Кызыл представляет. Считаешь, что у тебя есть сверхспособности? Тогда новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов» для тебя. Пройди кастинг, и, возможно, именно ты попадешь в команду Константина Гицати и Свани Даши. Заходи на сайт и заполняй анкету. «Школа экстрасенсов». Скоро на ТНТ. Кызылским городским судом признан виновным один из активистов неформальной националистической группировки, причастной к экстремистским действиям по мотивам национальной розни. Так, в мае 2016 года в результате реализации комплекса мероприятий сотрудниками регионального ФСБ осуществлено физическое задержание 8 активистов группировки Демных Тыва, причастных к насильственным действиям по мотивам национальной ненависти, а именно избиением выходцев из стран Центральноазиатского региона в Кызыле. Все указанные молодые люди являлись подписчиками группы «Темных Тыва» в социальной сети ВКонтакте, пользователи которой, зарегистрированные под вымышленными именами, высказывали негативные суждения о лицах других национальностей, необходимости их изгнания и применения в отношении них насилия.
После этого указаны молодые люди, в том числе и осужденные. Действие согласовано. В составе группы лиц по предварительному сговору во дворе дома по улице Чульдум города Кызыла, умышленно, грубо нарушая общественный порядок, из чувства неуважения к обществу, общепризнанным нормам и правилам поведения, демонстрируя пренебрежительное отношение к представителям иных национальностей, осознавая, что находится в общественном месте, и игнорируя сложившуюся в обществе систему отношений между людьми и правила поведения, избили, то есть нанесли множественные телесные повреждения, удары руками, ногами, сбили с ног и повалили на землю двух ранее незнакомых молодых людей, в том числе и несовершеннолетними. Кроме того, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Туве установлены задержанный идейный вдохновитель националистической группировки, призывавший в сети интернет ее активистов к экстремистским действиям. Следственным подразделением управления в отношении 30-летнего жителя города Кызыла возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 280 Уголовного кодекса России. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей и сети интернет. Уголовное дело в отношении участника группировки Белека Бэгзи выделено в отдельное производство, передано в судебные органы для рассмотрения. Напомним, что в марте 2017 года Кызылским городским судом другой член вышеназванной националистической группировки Буян Кежикмадыр признан виновным по аналогичным статьям Уголовного кодекса России, осужден к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. В настоящее время следователями принимаются дополнительные меры по установлению иных лиц, принимавших активное участие в вышеуказанных и, возможно, иных аналогичных преступлениях. Кроме того, устанавливаются личности людей на прилагаемых фотографиях, возможно, осведомленных о событиях совершенного преступления. Пограничное управление ФСБ России по Туве ведет отбор кандидатов из числа выпускников 11 классов средних общеобразовательных школ для поступления в образовательные организации ФСБ России пограничного профиля, а также кандидатов на военную службу по контракту. Чтобы попасть в число отобранных кандидатов, необходимо быть разносторонним, подготовленным и желающим служить в подразделении границы осознанно, всерьез и надолго. В настоящее время пограничная служба ФСБ России – это организация, составляющая основу системы обеспечения безопасности личности, общества и государства в сфере защиты и охраны государственной границы Российской Федерации и ее природных ресурсов. Квалифицированные кадры для органов ФСБ России готовят 6 пограничных институтов. Это Московский, Голицынский, Калининградский, Курганский, Хабаровский институт береговой охраны в городе Анапа. Плюсы пограничной службы – весомый социальный пакет, включающий в себя вещевое, продовольственное и медицинское обеспечение, гарантированный отпуск с оплатой проезда, возможность по истечении 3 лет службы стать участником накопительной ипотечной системы. Молодым людям, желающим посвятить себя нелегкой, но почетной службе, необходимо обратиться в пограничное управление ФСБ России по республике. Сегодня в Туве стартует год театра. С 10 часов утра Национальный театр Тувы открыл свои двери для всех жителей и гостей столицы республики. В театральной гостиной была организована выставка, где можно было посмотреть и руками потрогать костюмы, бутафорию, реквизиты спектакля, принять участие в мастер-классах, в том числе по гриму и аквагриму. Сегодня для зрителей и посетителей свою выставку развернули кожунные народные театры, их 8. В этом году эти театры получили поддержку, федеральную поддержку по программе «Культура малой родины». И они представили в этом году премьерные постановки. Сегодня для посетителей и зрителей они со своими реквизитами, костюмами по премьерных постановках уже знакомят со своей деятельностью, рассказывают о своих достижениях и делятся между собой опытом, как развивать народный театр у себя в Кожунах. Также с экскурсией в театре побывали школьники и студенты. Они познакомились с театром, с актерами, побывали за кулисами, посетили гримерки актеров. Буфет подготовила специальное меню, где каждое блюдо названо в честь спектакля из репертуара Национального театра. Кульминацией открытия станет праздничный концерт, который начнется сегодня в 18:00. Напомним, что Владимир Путин 2019 год в Российской Федерации объявил годом театра. Основные задачи такого решения связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений, также доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов.
Теплая, пушистая, завораживающая, стильная шубка – все, что нужно для нашей суровой зимы. А чтобы выбор стал для вас легким и интересным, Пятигорская меховая фабрика «Ангелина Сэм» открывает свою выставку новой зимней коллекции, где представлены настоящие качественные шубы, которые станут предметом вашей гордости. На выставке «Ангелина Сэм» понимают всю ценность шубы для женской души, поэтому с особой тщательностью подбирают для каждого клиента ту самую единственную шубку, которой можно блистать не один сезон. Меховые жилетки и шубы, объемные, летящие, короткие, удлиненные, трансформеры с капюшоном и без него. Тысячи изделий от 38 до 72 размера, всевозможных цветов и оттенков. По республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, уникальное предложение. Искрыцельная рассрочка от 3 месяцев и до 3 лет, скидки до 50% и подарки. Минус 32-34, днем минус 22, минус 25. 16 декабря. Улица Тувинских добровольцев, 22, торговый центр ЦУМ, цокольный этаж. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные» – ну очень маленькая переплата по займам. По республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. В Кызыле переменная облачность, без осадка, ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 32-34, днем минус 22-минус 25. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.